Постійне запитання, а чи правильно ти економиш електроенергію, воду, газ і тому подібне у своїй квартирі? І мені кажуть, ось тобі є ось така брошурочка, дружище, почитай, подивися, чи все правильно ти робиш. Але знаєте, дуже часто ми з вами про щось говоримо, намагаємося знайти в тому сенс, ми намагаємося бути екологічними, бути такі екологічно розумними, економічними. Проте часто говоримо про це і не розуміємо, чи дійсно воно працює в практиці. А ось сьогодні наша ранкова гостя перевірила все це на собі і стала тим, хто допоможе нам стати з вами набагато такими екологічними, розумними і правильно використовувати усі ресурси. У нашій сьогоднішній ранковій студії Поліна Башкіна. Ми вітаємо вас. Доброго ранку. Доброе утро. Те, що ви зараз нам сказали на перерві, чи могли би повторити, тому що цей об'єм інформації я не вимовлю. Ну, правда, наверное, ви маєте в виду, що я не кабінетний експерт, що у мене це почалось знизу, так сказати. Довге время я работала піарщиком в бізнесі і в політиці, і коли мені стукнуло 33, я вдруг поняла, что не хотела бы тратить время жизни на то, чтобы продавать большее количество пицц, либо большее количество литров бензина, чем я занималась до этого. А мне бы хотелось ощущать, что я трачу время жизни не напрасно. И вот без всяких сбережений, абсолютно неожиданно даже для меня самой, я увольняюсь с этой высокооплачиваемой работы директора и начинаю путешествовать между разными профессиями. За год я сменила 12 профессий в поисках своего призвания. Призвание нашла, но вот экология, энергосбережение было одной из профессий, 9-й в рамках моего проекта «12 месяцев. Год смысла». Книга об этом в этом году как раз вышла. И поэтому я, знаете, снизу, со стороны народа, тоже вместе со всеми, в 2014 году это началось давно, училась беречь энергию. Слово «экономить» не всем приятно просто. От, дивіться, давайте поговоримо про цей момент. У нас є у Олеся Юмена такі брошурки, два різних будиночки. Один багатоповерховий, а один, звичайно, як я розумію, приватний будинок. І чи можемо ми зараз поетапно розібратися, як зробити так, щоб ми економили більше ресурсів? Для начала хочу сказать, что экономия, наверное, не для всех будет основным аргументом. Для кого-то аргумент будет экологичность, для кого-то большим аргументом и более приятным, чем экономия, будет энергонезависимость Украины. Вот мы когда делали с волонтерами ролики, это же волонтерская инициатива, на нее не потрачено ни одной гривны, все абсолютно сделано руками и средствами волонтеров личными. Мы сравнивали экономию с лимонами. То есть, с одной стороны, это такой вот первично неприятный вкус, а потом ты входишь во вкус, и экономия приводит тебя к тому, что ты действительно бережешь свою страну, экономику своей страны, поднимаешь ее и делаешь ее энергонезависимой. По поводу дома. Вот давайте представим, что мы с вами проснулись. Что мы делаем прежде всего? Мы включаем свет, там потягиваемся, встаем, просыпаемся, идем в ванную комнату чистить зубы, как правило, не выключаем свет в комнате, как правило, он там горит, но просто какая-то постсоветская привычка еще остается, и это, соответственно, наматывает нам счетчик электроэнергии. Но я могу сказать так на своем прикладе, что это неправильно, потому что я, например, включаю телефон, и я с телефона иду подсвечиваю себе. То ось цей в кімнаті немає у мене світла, включається лише вже в ванній кімнаті. Это прямо очень здорово. Я думаю, что это потому, что вы принадлежите к более молодому поколению. А тем, которые принадлежат к поколению предыдущему, они первым делом включают вот выключатель, да, нажимают на кнопку. У мене починається квест, що я з кімнати в кімнату і перемикаю типу сіості, вимикачу о 5 ранку. А помните, были еще так называемые лампочки Ильича, а потом люминесцентные лампы, которые перегорали быстрее, если ты там включаешь, выключаешь, включаешь, выключаешь. Да, было такое. И люди таким образом экономили. А сейчас ледки достаточно безопасные, количество циклов работы у них невменяемо большое, они в 5-8 раз дольше служат, чем обычные лампы, и при этом экономят 75% электроэнергии от общего счета. 75? 75%, да. То есть если каждый месяц менять, ставить такую, ну, многим кажется дорогую, но на самом деле, если по одной лампочке в месяц менять, то не такую уж и дорогую лампочку, то ты сэкономишь 75% отчета, когда все в доме поменяешь. Так, стоп, это еще их менять постоянно, то одна вещь, не знаю. Я имею в виду, если все лампочки Ильича ты заменишь дома на энергосберегающие, лучше, конечно, LED, а не люминесцентные, то ты сэкономишь 75% отчета. Настолько много лампы разжаривания, так называемые, берут энергии. Перше, змінюємо лампы и вимикаємо там, если мы не заходимося в місце. Да, конечно. В цьому місці, так. Угу. Идем чистить зубы. Как правило, мы не закрываем воду, пока чистим зубы. Она течет. Так вот, если ее закрывать, мы сможем сэкономить 11 тысяч литров воды. И тут же тоже. 11 тысяч? Да, примерно. Ого! Представляете? Ну, я закрываю. Мы уже сэкономили. Так, я зекономив. А знаєш чому? Тому що не важко нажати. Так, взагалі. Это если у вас такой. А если у вас такой, еще и протекает. Ну, ось так. Понимаете, да. И по поводу протекания. Так рукою.
Если принимать душ вместо ванны, то экономишь, по-моему, 400 литров воды в неделю, если я не ошибаюсь. Примерно такие статистические данные. Это тоже помогает вам сберечь и собственные средства, и, конечно же, позаботиться о природе. А если принимать душ с любимым человеком, то вообще совсем и полезно, и приятно. Да, есть такой лайфхак. Проте я навіть знаю, що душ корисніший, кажуть, ніж ванна, тому що, ну, якось з... Гідромасаж. Ні, навіть... Контрастний можна зробити з утрічка, да? З гігієнічної сторони навіть більше. Ну да, может быть. Давайте же дойдем до ванны, а то да. Мы ограничены... Ой, до ванны, до кухни, а то мы ограничены во времени. Слушайте, в каком количестве квартир у нас стоит холодильник рядом с плитой? Но просто это настолько распространенный вариант, когда кухня небольшого размера, то тебе некуда, в общем-то, особенно поставить холодильник. И он, бедняга, стоит между батареей и плитой. И, конечно же, в этом случае он больше нагревается и потребляет гораздо больше электроэнергии. Ну, батарея, да. Я зараз подумав, поруч стоїть батарея. У тебе так стоїть? Ну, так. Нема місця, де поставити просто не біля батареї. Зараз зима може на вулиці виставляти. Як варіант. На балкон точно. Окей, ми розібралися з холодильником, що далі? Техніку, звісно, хорошо було б замінити на клас енергопотреблення А або А+. Це теж вам существенно зекономить гроші. Детальніше, АА+, що це означає? Вони просто беруть менше електроенергії в своїй роботі. Це клас енергоефективності, обозначається маркерами А, А+, А++ или Б, если он не энергоэффективный, или даже С. Но, в общем, холодильников типа С уже практически не осталось, они, наверное, все сломались и уже утилизированы. Тут питание. Тобто такая техника, она будет дороже коштувати, правильно? Немножко дороже, но сейчас это уже не роскошь. Ну, а ты сэкономишь в майбутньому? Да, совершенно верно. Я намагаюсь просто нашим глядачам по полиці все розкласти, чтобы они не лякались. Якщо щось буде дорожче, це вам потім вигідніше. Потом мы ставим чайник. Если мы не пользуемся фильтром очистки воды какого-нибудь там обратного осмоса, то в чайнике есть накипь. Так вот, если эту накипь не снимать, то есть не чистить чайник периодически, то мы теряем 30% электроэнергии за счет кипячения воды с этой накипью. Больше. Серьезно? Да, представляете? Почекайте. Вот тобто, воно довше нагревает? Да. Тобто, накипь – это такой шкідник, да? Вау. И есть еще лайфхак с посудой. Лучше использовать посуду из нержавеющей стали, потому что она тоже экономит. Сейчас я вспомню, сколько она экономит. Пока вы думаете, я запитаю. А если, например, брать не электричный чайник, а чайник, который ставится на газ? Ну, то есть у людей, у которых есть газ. Сравнить газ с электроэнергией? Да. Вот здесь еще есть такой параметр, из чего чайник, потому что я как раз хотела сказать про посуду из нержавейки. Она быстрее нагревает продукты, не эмалированные, а из нержавейки. И еще сколько вы воды в чайник набираете, потому что я вот в своем бизнесе уже автоматически, я уже не могу не следить, я уже испорчена этими знаниями, я уже смотрю, сколько человек на одну чашку наливает воды. Так вот, если мы делаем чай, допустим, там 200 миллилитров, то люди обычно наливают около 500, представляете? Тобто гріти стільки, скільки ти вип'єш? Ну так, допустимо, 250-300 максимум. Я завжди додаю, наприклад, я коли роблю собі каву або чай, я наливаю трішки більше, ніж води так, тому що осад лишається в будь-якому випадку, і плюс випаровується. Тобто мінімально. З чайником ми розібралися з чаєм, а ви це про посуд, я хотіла ще зрозуміти, тобто ми беремо, який посуд краще? Із нержавіючої сталі, вона швидше нагріє воду, або пищу, яку ви готуєте, і ви потратите менше газу, або електроенергії, якщо у вас електропліта. Тобто це піде навіть і на каструлі, правильно? Так, звісно. Тут питання одразу чомусь хочеться перейти до мікрохвильової печі. Вона, як з нею, дружити можна чи краще? Якщо у вас А+, або А++, то, безусловно, з нею можна дружити. Вона достатньо швидко нагріє вашу пищу, і це буде економією. Посудомоєчна машина, кстати, теж полезна штука. Вона зекономить вам від 8 до 15 тисяч літрів води в год, орієнтировочно. Тобто це буде приблизно 200-250 гривень в год. Тобто коли ми миємо, ми створюємо басейн, так? Є лайфхак для людей, у яких немає посудомоєчної машини. В ідеалі краще закривати пробочкою раковину і мити в такому своєобразному тазику. Але нікому не хочеться поратися в цій жирній воді і пачкати руки. Ну, правда, є перчатки. Прямо, знаєте, зараз як мама сказала, заткни ту дірочку, помий нормально посуд. Одразу так згадалося. Так, теж розібралися. А далі? Що у нас ще є, на що ми звертаємо увагу? Так, батареи. Давайте, раз мы уже коснулись батарей, если у вас есть экраны возле батареи, их лучше снять. Экраны – это такие панели, которые закрывают батарею для красоты. Понимаете, о чем речь? Они, типа, стримуют тепло? Да, совершенно верно.
И если у вас стоит счетчик, допустим, по которому вы платите за тепло, то вы будете платить больше просто потому, что вам захочется больше нагреть помещение из-за этих экранов. А если, например, дивіться, у нас новая будова, чи варто поклеїти ось ці плівки, вот. Ті, що відбивають тепло, і да. чи це зекономить також електро? Да, это был мой следующий пункт. Действительно, можно такой экран своеобразный даже самостоятельно соорудить из фольги или чего-то такого, что отражало бы тепло и не давало бы батареи нагревать стену дома. Так что совершенно верно. А це діє, правильно? Да, конечно, безусловно. И есть еще один лайфхак, который вас точно рассмешит. Рекомендуют красить батареи плюс-минус в коричневый цвет, потому что на 11% теплоотдача тогда возрастает. Ну, короче говоря, не в белый какой-нибудь, черный, темно-зеленый, коричневый и так далее. Это стильно, классно. Так можно сделать лицеполировку, например. Можно, можно и так. Круто. А які краще батареї все ж таки брати? Ну, якщо ми вже говоримо, ці такі, які плиточками. Вот, которая гармошка, да, понятно, для народу, скажем, они отдают больше тепла, конечно же. Так. Угу. Зараз, мабуть, знаєте, люди такі в новому році змінюю батарейки. А ще? Но лучше начать с окон, конечно же, потому что примерно 50% тепла мы теряем из-за того, что у нас старые стеклопакеты. Не дешевое удовольствие, но оно того стоит. Тем более, если у вас стоит счетчик тепла, и вы платите по счетчику. Все ж таки, пластиковые вікна поставить рекомендуется 100%. Так? Начать с этого, да, конечно, если есть такая возможность финансово. У нас батареи и вікна, мы перешлися, на что ще звертаємо увагу в нашему будинку? Давайте поговорим про гаджеты. Да, да, то, что есть в каждом доме у каждого человека. Ну, это уже то, что мы делаем 100% неправильно. Помните, как наши там родители и деды раньше засыпали под включенный телевизор? Они просто даже психологически не могли иначе. Так вот, если вы ночью перед сном будете выключать все гаджеты из розетки, например, сделайте себе некую кнопочку на удлинителе, которая будет стоять возле кровати, и вы чувствуете, что уже отключаетесь, нажали эту кнопочку и спите. Таким образом, за месяц вы сэкономите примерно 8% от вашего счета за электроэнергию. 8% — это если ваши приборы не будут жить в режиме стендбай. Это когда кнопочка красная горит, понимаете, о чем я? Тут запитання по гаджетах, ви сказали цей момент. А якщо так само увімкнути той самий чайник, якісь різні ще кухонні прилади, це їх стосується, чи це тільки гаджети? У чайника же нет режима стендбай. Это всякие, что там, вот... Телевизор, да, магнитофон, DVD-проигрыватели, да, кто, ноутбуки и так далее, которые всю ночь стоят. А телефоны так само? Если телефон заряжается, то так само. Ну, впрочем, в общем, не важно, когда его зарядить ночью или днем, но... Просто, знаете... Кстати, действительно, зарядки, в которые не воткнут гаджет, точнее, наоборот, гаджет, в который не воткнут заряд. Короче, зарядка, оставленная в розетке, она действительно потребляет немножечко электроэнергии. Есть такой факт. О, потому что я думала, что это миф, что это правда. Это правда. Вы потрогайте ее, она часто бывает даже теплая. Да. Ого, это так, не миф. Вмикаем этих шкідників так само. Так, однозначно. Що, тут мені отут два. У мене, да. У мене два такі прям жирний мінусом. Я ще залишаю, думаю, що потім не загубити, швиденько поставити телефон. Так не робимо. Так, на що ще звертаємо увагу? Лучше шторами не закривати батареї. Знаєте, як буває, у нас штори до пола, вони задернуті, наприклад, щоб сусіди там не підсматривали за нами в окошко, і, відповідно, автоматично ми закриваємо батарею. І, опять же, якщо у вас тепло... Не дає тепло, що є? Да, по счетчику, то... Вам нужно больше топить. То есть лучше батарею либо поднять, ну да, помнуться, но ничего страшного, к весне погладим. Лучше поднять на батарею, либо раздвинуть, уже ищите для себя какой-то приемлемый вариант. И лучше еще стекла закрыть жалюзи, потому что таким образом тоже теплоотдача сохраняется. Серьезно? Слушайте, зробимо зараз это в идеале. Будинку, який смарт, теплый, так, екологічний, економічний. Світу, ось так, жалюзі, хоп, ніхто нічого не бачить, да. Зато тепло. І занавесочки розкрили. А ось тут ще про пральну машинку щось написано. Кстати, точно, ми рано з вами вийшли з ванни, там же ще є унітаз і стиральна машина. Стиральну машину лучше загружати повністю. Таким образом, ви примерно сэкономите 30% електроенергії, яка тратиться на цикли прання, стирки. Многі ж там полбачка загрузили і починають стирати. Это экономически невыгодно. И есть еще такой лайфхак, как, ну, все уже его знают, наверное, как кнопка смыва. Когда минимальное количество литров вытекает и максимальное. Понятно, что в одном или в другом случае, когда нам нужно воспользоваться туалетом. Если у вас старый унитаз, то существует огромное количество лайфхаков, как обойти вот тот момент, что у вас нет умной кнопки на туалете. Там кирпичи подкладывают, какие-то там бутылки чем-то заполненные для того, чтобы в бачке набиралось меньше воды. Да? Этот же там кирпич, условно говоря, который вы положите в бачок, он же вытеснит определенное количество воды. Воды нальется меньше. Если у вас вода по счетчику, кстати, о счетчиках сейчас надо сказать, не забыть, то вы потратите меньше. Вы же платите за воду по счетчикам. Такие лайфхаки, логично. Цікаві. Да. Счетчики. Имеет смысл, я у себя дома тоже поставила счетчик, который фиксирует температуру воды, которая подается в дом.
Существуют даже украинские производители таких счетчиков. Мы часто платим за воду как за горячую, а она вовсе не является горячей. А це ще якісь обігрівачі, прямо які на крани чіпляються, те, що я знаю, да, і вони ось холодну воду перетворюють або на Да, но я зараз говорю о другому. Там же ж ти платиш квитанції за гарячу воду, а вона іноді тече ніже 40 градусів температури. І от в счетчиках гарячої води существует несколько температурних режимів. Там до 40, 40, 45, наскільки я пам'ятаю, 45-50 і свыше 50. Так от эта вот сума в платежках огромная за гарячу воду, вона должна быть за ту гарячу, которая свыше 50 градусов. Если она ниже 50 градусов, то вы там в одном цикле вообще ничего не платите, а в одном цикле платите гораздо меньше. Крутяк. Поэтому этот счетчик, который в момент, когда я ставила, он был 1,6 гривен, по-моему, сейчас он, конечно же, дороже, но он себя купает очень быстро, если у вас в доме воду не догревают. Ух, круто. Угу. Ще раз дякуємо. І на завершення дайте декілька порад, таких топ-3 поради для наших глядачів, щоб зекономити. Так тезисно, знаєте, з чого розпочати? Может быть, не относиться к этому как к экономии, потому что экономить никому не приятно. Помните этот мем в интернете, когда ты ешь мивину и пользуешься последней моделью айфона? О, да! Ну, немножко не наша психология экономить. И чем менее состоятельный человек, тем меньше ему хочется экономить. И он, наоборот, не выключает свет, потому что ему психологически неприятно экономить. Смените мотивацию для себя. Может быть, думайте о природе, думайте о планете, думайте об энергонезависимости Украины для того, чтобы нам меньше было необходимо импортировать энергоносителей, чтобы мы меньше зависели от чужих государств, тем более государств-агрессоров. І це вам поможе употребити ці совети, які ми сьогодні обсудили. Клас. Круто. Ми вам неймовірно вдячні, тому що Спасибо. Можна собі залишити ось. Да, пожалуйста, це для вас. Кстати, в інтернеті є сайт energyevolution.ua, так називається, це волонтерська ініціатива, де це все можна безплатно скачати, розпечатати у себе в під'їзді, повісити для того, щоб всі ваші жильці берегли тепло в вашому домі. Дякую. У нас була сьогодні в гостях Поліна Башкіна, яка просто розповіла надзвичайно прості речі, але які допоможуть не тільки зекономити собі, а також зекономити державі. Тому дякуємо вам. Спасибо. І найголовніше, зараз такий період, що ми намагаємося бути всі екологічно свідомими. Давайте розпочинати з себе, і світ зміниться на краще. За те, що ви переглянули це відео, і ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. А найголовніше для вас – це бути нашими друзями. Залишайте свої коментарі, дарувати свої вподобайки, а ми будемо і надалі дарувати вам свою любов.